небольшой задержке концерта, все-таки подготовка к параду и не очень хорошая погода сделали свое дело. И тем не менее, мы рады вас приветствовать на нашем необычном концерте. Прошу поприветствовать наш симфонический оркестр «Глобалис». Дирижер, наш друг из Швеции, маэстро Ульф Фоденбрант! И прямо сейчас ангельская пыль! Субтитры сделал DimaTorzok.
мечтал, и солнце стонет, он сказал, не спи, и когда его он назвал своим отцом, сердце он хотел всех нас принять, умереть за вас и за меня, так что свыше нам, он свято верил, верно, вот и вся его вина. Yeah.
отправляемся в далекую средневековую Испанию. О том, как вершилось правосудие во времена Святой Инквизиции, нам расскажет «Черная легенда»! Oh,
дьявол и страшный суд решит. Нет людей, захотят и близятся они. Все мечтают быть богачами, все желают слышать жертвы. Без сомнений, жалости, печали. Путешествовать в дебри истории, на сей раз улетим еще гораздо дальше, во времена Древнего Рима. Там, где люди добывали себе свободу с оружием в руках, проливая свою кровь на песок в желтом круге арены. Колизей!
Спасибо большое. Говорят, человек, однажды погрузившись в морские глубины, испытав все прелести подводного мира, даже спустя долгое время, находясь в тысячах километрах от моря, не перестает слышать этот манящий зов бездны.
этот замечательный зал в такое звездное небо. Доставайте свои фонарики, телефоны, зажигалки. И пусть каждый из вас зажжет свой огонь, как символ исполнения его самой заветной мечты. Точка невозврата!
большое, ну а сейчас немножко отдохните. Яйца, антракт. 20 минут.